Шымкенте могут почему-то люди действительно собраться. И Юру Шестакову мы знаем уже 20 лет, семейный уже такой наш учитель Юрий, который когда-то давным-давно нас познакомил, собственно, с Юрой, с супругом. Вот очень любим, уважаем, ценим. Спасибо, что вы сегодня здесь. Ну что ж, сегодня камерная такая у нас обстановка добрая. Есть определенный опыт уже присутствия в этой студии. И сегодня мы пойдем немножко поглубже. Если первый раз мы встречались и говорили много об Индии, тема сама по себе широкая, глубокая, специфическая достаточно, то сегодня мы, наверное, назовем нашу встречу «Изначальная сила». Это сила любви. Изначальная сила. С нее все началось. Сам акт творения и все, что было создано, только благодаря тому, что у Бога была эта любовь к своему творению. Он начал это делать из любви. И, собственно говоря, когда произошел первый взрыв, изначально, так сказать, ом огромный, что положил начало творения, это и была сила любви, которая отделилась от Творца. И она начала все творить. Значит, разделить я бы хотел на несколько частей, значит, это мероприятие. И пойдем с низов до верха. Вначале наш видимый мир, наша Земля. Как любовь проявляется здесь? Сегодня дочка моя не пришла. У нее клиентка. Да, хотела. Я хотел ей поручить это прочитать, потому что мы написали когда-то это стихотворение вместе с Изой. В 2008 году, в 2007 году. Сегодня встали мы с рассветом, прекрасен нынче вешний сад, щебечет жаворонок где-то, и всяк живущий солнцу рад. Мы вдруг подумали, что это подарок людям от богов. Пропала мысль без ответа, оставив в сердце лишь любовь. Планета нам дарует право своим богатством обладать. Поет поэт, поет ей песню славы, дикань любит землю мать. О, Мать-Земля, ты драгоценна, ты наш любимый общий дом. Нет лучше места во Вселенной, чем то, где с вами живем. Снова снег сошел с земли, пролетают журавли, пробивается подснежник, теплый ветер дует нежно, зеленеет карагач, застучал упругий мяч. Улыбаясь аксакалы, набивают чай пьял. Безмятежный разговор наполняет внука в хор. Скажет дед, душа моя, разве ссорятся друзья? Забияки будет в нос, ткнется в руку умный пес. Помирились и опять побегут к реке играть. Табуна привычный гул наполняет наш аул. Разноцветием полна долгожданная весна. Ну разве не любовь? Картинкой из 90-х, в которых жилось всем непросто, души в подтверждение размаха, времянка соседа казаха. Как будто в военные годы мои разделил он невзгоды, и в памяти сердца хранится бессмертная эта страница. К утру охлаждается печка, за лампочку трудится свечка, но щедрость его дастархана скрывает комфорт изъяны. Детишек невинные лица, что радостью могут делиться, как будто посланцы из рая неслышно и дружно играют. Примером для маленькой Лизы спектакли дворовых репризы. Не нужно рецептов особых для их незаметной учебы. Нарушились, может быть, планы житейские у баужан, но он, безо всякой оплаты, пока я достраивал хату, на помощь пришел как родному. Сосед мой не мог по-другому. Упрочил наш мир, что так хрупок, его человеческий поступок. Но самое главное, если мы будем немножко отступать от фарватера любви, вы скажите, что мы туда идем. В принципе, пока идем везде, в основе всего этого изначальная сила.
Это было давно, лет 17 назад. Вышел с дочкой я на остановке. Спорят между собой, пять ребят бесенят. Накаляется вмиг остановка. Петушатся, шумят и подраться хотят. Даром только сказать, первоклашки. Направляюсь туда, строгим делаю взгляд. Не допустит родитель промашки. Эй, кричу, джигиттер, жолнам кашиндар. Ну и далее все, что от сердца. Отозвал их с дороги я на тротуар и разнял двух сцепившихся перцев. По-казахски слова подбирая с трудом, драчунов успокоить стараюсь. Мол, дела разрешать лучше миром, ладом. Говорю им всерьез, не играясь. И ребята вполне понимают меня. Объясняют взволнованно что-то. Остывает в умах жар былого огня, значит, сделана наша работа. Тут у сказки конец, да нежданно возник дерзкий парень, немножко поддатый. Ты чего, говорит, прицепился мужик к этим маленьким нашим ребятам? Начинает скакать, как Мухаммед Али, как оса намечая ужалить. Но невинные дети казахской земли между нами участливо встали. Глубина и чутье, их способность сыграть бесконечно меня поразили. Этот дядя хотел нас с дороги убрать, чтоб машина кого-то не сбила. Моментально пропал агрессивный настрой, хоть и пыжился он для проформы. Я же просто смотрел, наслаждаясь игрой и защитой реакции вздорной. Смысловая в моем понимании ось на земле – это дети все наши. Замечательно то, что тогда не пришлось распускать кулаки рукопашные. Из года в год электорат вербует безобразный мат. Бесчетно нынче возросло его поклонников число. Тому преград сегодня нет в среде свободных бурных лет. Во многих душах устранен ему естественный заслон. Летят потоки бранных слов с молодых и старых языков. Все чаще стали применять их бабушка, сестра и мать. Повсюду ругань, ор и грязь сменяют мысли ясных вязь. Стыдливо лишь эфирный пик эмоций приглушает крик. На общепринятый концепт оздоровительный рецепт навряд ли сможет кто найти. Но к чистоте своей идти нам так же трудно запретить, как солнцу запретить светить. И каждый на земле народ, имея свой культурный код, способен святость уважать. Пыл там, где нужно остужать. Я ж в подтверждении слов своих истории продолжу стих. Ее давно мне рассказал один знакомый аксакал. Точнее, он поведал мне по области звездной тишине степных традиций эпизод, хранились что из года в год, где не крушила чья-то брань пристойности живую грань. Сидит бывало молодежь, забавы, россказни, галдеж, вернет словцо иной джигит, что аж в ушах у всех звенит. Посмотрит в раз на друга друг, язык распустят парни вдруг. Услышав же монетный звон, меняет свой скабрезный тон. Ни слова глупого, ни мат не выдаст речи аппарат. То не случайность, не каприз, ведь рядом с ними где-то пыс. В косичках в такт ее шагам монеток серебристый гам. Прекрасной юности привет, народа чистый первоцвет. Его фактически губить, коль перед девушкой грубить, испортив этим древний ру всей жизни мудрую игру. Сжимая древко стяга, сдержав надрыв в душе, выводит на рейхстаге казак Рахмет Шиче. В репрессии круговерти года провел чечен. Ту, кто спасла от смерти, своей зовет чечен. Борец наш побеждает визави на душе, а нам и номер набирает «Аллы сайтам, чече!» Картина, взгляд бездонный, доволен сюрече, с улыбкой Мадонны глядит на мир чече. Забота их бессрочна, с рождения малышей, своей любовью прочной питает нас чече. Вот мать дает набиться, шипит кумыс в ковше, добро само искрится в глазах твоей Шиче. Все вроде любят маму, бедняк, богач в парше.
Откуда ж столько срама мы слышим про Шеще? Могу лишь призывать я, без выспренных клише, узрите важность братья понятия Шеще. Известно, у Аллаха мы на карандаше, но вовсе не от страха ценить начнем Шеще. Сеньора и приора, митера, мадры, мать, она дает опору и шанс существовать. Ну, тоже о любви вроде бы, да? Да. Ну, как-то вот, дай Бог, что у нас получается сегодня. И продолжить эту тему, как раз таки мы сегодня, видите, вот про Рейхстаг упомянули. Был День Победы вчера. Поэтому, если вы не против, давайте сегодня на военную тему что-то расскажем. И спонтанно, Асан, могу тебя попросить почитать? С любовью внучку называя сердечным прозвищем Моншак, могла ли бабушка родная предположить, что выйдет так? Что бойкая девчушка эта в предместье дивных Алматы защитницей станет света, разя фашистские кресты? Ужели женская работа забросит стройных строчек шов, строчить вот так из пулемета людей, пусть даже и врагов? Ведь эволюции на старте им отвели иную роль. Война запутывает карты, устроив всюду свой контроль. Такая им досталась доля ровесникам сороковых. Одновременно к жизни воля и жертвенность сливалась в них. Успев побыть и медсестрою, на сердце отвечая стук, стать пулеметчицей простой решила гордая Маншу. И славнокровие отлито из зоркости степных орлов, как небо ясное открыто, на ветер не бросает слов. Тянулись к ней необычайно, душа ведь тянется на свет. Бойцы ей доверяли тайны, просили женский дать совет. Наказ сестры бойцу не лишний, важнее зеленки и винтов. Увы, недолг час затишья, и снова бой расчет готов. Сумело их подразделение высотку в драке отстоять. Фашистов сотни без движения остались на земле лежать. Напрасный был так атак бесплодных, угас опять в который раз. Блеснули бусинки свободных, непокоренных темных глаз. В них детство хлебом возвратилось из теплых бабушкиных рук. Но сердце тут остановилось казахской девушке Маншук. Мелькнула жизнь проворной лентой, заветный кончился патрон. Но до последнего момента не сдал позиции батальон. Бесценен каждого героя в победу уникальный вклад. Полков бессмертных в ровном строе живет наш памяти парад. После Маншук Мамедовой можно какую-то, может, военную песню послушать? Давай. И по этому случаю у нас прекрасный наш гость, тоже мой новый, но чуть более старый друг, чем Асан. Погодика два. Запутался.
творится на этой творческой ниве, приходите, пожалуйста, участвуйте, поддерживайте, потому что сейчас движ пошел реальный. Мы и на уровне общественной организации сейчас уже, в частности, Асан не даст соврать, Алексей, мы участники объединения «Марс», значит, это Межрегиональная академия развития словесности, сейчас регистрируемся и стараться будем еще более интересные проекты двигать. Поэтому ходите, будем общаться, дружить, чтобы у нас вся эта гильдия наша развивалась и культура, собственно говоря, росла. Приглашаю на все наши будущие мероприятия и продолжим наслаждаться нынешним. Хранится в памяти наперекор годам сердечное тепло, незнаемое прежде. Когда я произнес «Алейкум ас-салам» в ответ седому старику в простой одежде. Прищуром добрым улыбнулся Аксакал, в словах его звучали радостные нотки, как будто нас незримо глаз небес связал, идущим из души приветствием коротким. В другой момент внутри все стало по местам, вдруг маленьким земли мне показался глобус, когда сказала бабушка «Рахмет Балам» и замер сцены очарованный автобус. Всего лишь место русский парень уступил, сказав «Апа, отырмышша» по-казахски. Тогда впервые он умение применил без лишних робости, стеснения и опаски. Айхыром жизнь летит, трудна или проста, несут легко двух языков свободных крылья. Когда зовут меня Джанун, Агай, Ата, мгновенно чувствую любви земной обилие. Ее нам надо научиться замечать в глазах бездомности, безмолвии, улыбок. И в школе жизни не придется изучать предметы на примере собственных ошибок. Казахская пословица есть. Два языка, два крыла. Так что всем нам полета свободного. Тюрча Белисин. Наша гостья приехала из Стамбула. Да. Так что, как там? Город контрастов? Стамбул – город контрастов. Не за то я отчизне служил, полз на брюхе вперед по-пластунски, чтобы завтра нас в жизни учил бородатый мужик по-пуштунски. В те часы боевого труда, под нехитрые песни морзянки, мы уже понимали тогда, кто такие радушные янки. Неспроста ненавистный РС баражировал возле Камчатки, предвещая тлетворный прогресс и свободы грядущей зачатки. Промелькнуло с лихвой 30 лет. Дети выросли, радуют внуки, но привычной стал практикой бред дипломантов их грязной науки. Крокодилов страшней, анаконд, тех словесных правах партитура, истребляющий весь генофонд и степи вековую культуру. Сколько в жизнь незаметно вошло, что не свойственно русским, казахам, столько душ в этой печке сожгло, судеб столько отправив на плаху. Нет нужды нам о том вспоминать, всем известно об этом прекрасно, только язвы те не изживать в самом деле для жизни опасно. Ведь не столько свободы презент дарит цен снисходительный дядя, изучивший Бишкек и Ташкент в карты Азии пристально глядя. Я услышал в одной из бесед, что веду иногда на Арбате, пусть придет, мол, афганский сосед, заживем мы тогда в Эмирате. Это был непослушный юрид, не фанатик с пылающим взглядом, наш учащийся, скромный на вид, с общежития где-то здесь рядом. Проявлял этот тихий студент твердоверием реальность момента, реял главный его аргумент в полуночной прохладе Шымкента. Если в жизни бардак и разврат изживать не желаем мы сами, пусть порядок наводит наш брат. Шариат для того есть в исламе. Нас избавят они от воров и прилично оденут всех женщин. Обыватель выходит готов к радикалам отправиться в клещи. Ничего сам не зная про боль и гражданской войны костровище, в своих мыслях он будто король, принудивший быть подданных чище. Мы ж тем временем просто молчим.
Все надеюсь, что это не страшно. Или Америке радость хотим подарить, вновь садясь в рукопашный. Чтобы жертвами снова не стать этих хитрых, как водится, планов, надо опыт дедов изучать, молодых обучать капитанов. Служит верным залогом побед казана наших лучших традиций. Ни к чему наступать в чей-то след, прятать в маске открытые лица. Эмиссар соберется домой, перестанет разведчик дежурить, если мудрым народ будет мой, не желая грешить, бедокурить, коли будет за правду стоять, к высшим целям стремясь без заминки, опыт наш захотят перенять и пойдут по надежной тропинке. Заступая сегодня на пост, мне, поэту, а в прошлом радисту, видеть хочется общество рост на житейской дороге тернистой. Надо столько отпущено сил светлой мыслью с другими делиться, а иначе зачем я просил дар небесный внутри проявиться? Такая понятная всем тема — это двух сердец одно решение. Любовь, которая проявляется между мужчиной и женщиной, тоже тема серьезная, скажем, между вами. Ее тоже надо как-то осветить. Но, честно говоря, в моем таком, так называемом, моем творчестве личном этого мало места уделено. И кое-что все-таки есть. Поэтому одно из этих стихотворений я попрошу прочитать. Хотел Валеру, но Валера попросил сегодня сосредоточиться на сантуре. Поэтому, Семен, давайте я попрошу. «Берегиня очага». Великолепная вещь, крупный шрифт. Вот друг. Ты создана быть королевой, семьи, поддержка и опора. Решить ты можешь все проблемы того, с тобою кто живет. Ты создан для счастья, его дарить и получать. Ты будешь солнце среди ненастья, тепло рожденным излучать. Ты создан для просвещения обычной жизни райский сад. Ты можешь подарить прощение, нейтрализуя гнев и ад. Ты отражение богини и гений чистой красоты. Ты мирной жизни берегиня и чья-то магия мечты. Дай Бог, чтобы мы жили в мире. Можно я маленькое стихотворение прочитаю? Очень пожалею, что выпустил. Это из детства, оно короткое, но оно такое, знаете, оно характеризует вот те чувства, которые мы все пережили. Из камня высекут и на века останется с гранатой рука. Танк все сжигает на своем пути, но встал боец, и танку не пройти. Взметнулось пламя красное над ним, танк зарычал, оделся в черный дым, а в серой каске русый паренек стер пот со лба горячий пути. Дай Бог, чтобы у нас было мир. Когда кому-то нравится цветок, его сорвать, то попросту стремится. Благоухание, сокращая срок, не зная, что внутри цветка таится. Но если он полюбится тебе, простого сердца тронув нежной струны, признаешь в тонкой лепестков резьбе души своей начерпанной руны. Творение это станешь поливать и, созерцая, молча наслаждаться, участь себя всецело отдавать, смиренным в то же время оставаться. Не оставляя попыток на потом, желание стать светлее, выше, чище, сокрыта разница большая в том, что есть люблю и нравится дружище.
веке минувшем в Бомбее жила чампа прекрасная, ликом кругла. Юный, безумно влюбленный брахман, страсти был к девушке той обуянной. Красная девица как-то спросила: разница есть ли между нами по силе? Сколько в мужчинах и женщинах страсти, если делить их, положим, на части? В женщине страсти аж 9 частей, быстро ответствовал юноша ей. Но в мужчинах одна только часть, мы подчиняем уму нашу страсть. Сколько же разума вложено в нас, женщин обычных, и сколько у вас? Разума женщине дадена часть, 9 мужчине решил Бог отдать. Гордо взмахнув напоследок рукой, ждал от любимой ответа героя. Должное девушке надо отдать, чампа себя не заставила ждать. Если, имея лишь разума часть, просто могу я сдержать свою страсть, как же твои 9 умных частей верх не возьмут над частичкой страстей? Ну и теперь о любви в наших широтах. Скажи одеться потеплее. Ноябрь холодом сыреет, предтеча снежной кутерьмы, и солнышко почти не греет, не дожидаясь зимы. На полусломанной скамейке, одетый в модное, сидит, возможно, в будущей ячейке, Клава, обычный наш джип. Продрогла рядом с кавалером, его подруга, чуть жива. Небрежно обхватив манером, он шепчет девушке слова о чем-то, может быть, явно для них обоих дорогом, но не задумался о главном. Важна забота о другом. Тепло одетый, он не знает, откуда же молодежи знать. Любить ведь это означает во всем ее оберегать. Супруга девушка твоею, наверное, желает быть, и в жизни проведешь ты с нею года, что трудно позабыть. Живи, не в силах наглядеться, лелея мать своих детей. Начни сейчас, скажи одеться, своей любимой потеплее. Веник, веник, расскажи, да всю правду доложи. Тут вопрос не отвечает. В нашем доме кто хозяин? Если я им подметаю, то стоящим оставляю. А когда ведет жена, обязательно она. Соблюдая протокол, веничек твой махнул. И за мной неустанно, наблюдая постоянно, говорит, чтоб я исправил свой подход согласно правил и традиции вековых, принятых в народе их. Но иначе и не раз получала мама нас. До сих пор мы с младшим братом веник ставим автоматом. Но с женой я не спорю, и за мелочи не вздорю, чтоб любви не помешать, как хозяйке все решать. Ой, как интересно. Спасибо. Ну вот тут по-хорошему бы Алексея позвать бы спеть любви сонет, не знаю, будем рисковать. Да, 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 да. Какая подстава это? С ней справится только твой самый старый друг, да. Ну вы обещаете быть снисходительным? Конечно. Я все-таки не певец. У вас помидоры на первом этаже есть? Сейчас я эти принесу. Яйца. Поддерживаем. Раз, два.
сути, искусство, оно и объединяет. И даже наш Димаш Кудайберген, да, вот, вот, вот я его вообще обожаю просто, да, за то, что он такой вот, скажем так, талант, неповторяющийся, да, скажем так, в своем разуме. Вот. И он со всеми же, так сказать, сейчас вот известными людьми в Сиходе, да, как бы, и приобщает, контактирует, и дружит, да, и вот этот уровень, да, вот он показывает именно тоже нашему народу, как бы, то, что границ нет на самом деле в искусстве, в творчестве. Мужской разговор пошел. Богдана нету сына, обычно он это читает, но тем не менее попробую сам. Скоро, говорят, день отцов. Что там? Сын. Есть сын. Лобана. У нас есть сын моего старого друга, Виктор. Серьезная тема, скажу между нами, вести разговоры о жизни с отцами. Они, как и мы, были молоды прежде. Любили, желали чего-то в надежде. В сердцах и горело упрямое пламя, летело над ними их поиск полузнаний. На каждом кусочке моей суши искали добра их облитые души. На всем удалось им достичь идеала, по-разному с ними судьба поиграла. Не будем к отцам придирчивы строги, пройдем для начала своими дорогами. Освоим, друзья, раскаленные стрелы для будущих наших грехов и пробелов. И прежде чем словом Батяне обидеть, должны мы себя в его роли увидеть. Готовы за нас заплатить они кровью, ответим им просто сыновей любовью. Стараются нас в жизни направить, помочь своим детям ошибки исправить. Принять их позицию полностью сложно, однако понять ощущенок возможно. Идите навстречу, просите совет. Не думайте, будто их песен распета. Дано нам совместное время до срока, потом будет жизнь без них одинок. Года будто птиц беспечные кружат. Пускай нам отцов наших опыт послужит. Но если с отцом у тебя неудача, обидно, но все же мужчины не плачут. Бывает и так, что не могут нам прямо, а жизни всю правду открыть наших мам. Судьба никого не оставит без крыши. Прости, старика, и поднимешься выше. Взрослея с годами решается все сами. Не будьте глупцами, дружите с отцами.